И всем привет! Вы на канале Джек Роуз. Сегодня начнем играть замечательную легенду о Зельде Breath of the Wild. Уже классику для Nintendo Switch. Будет не продолжительный ролик, только начнем с вами. Посмотрим, что это вообще такое. Слышим голос во тьме. Открой глаза. Открой глаза. Открой глаза. Открой глаза. Проснись, Линк. Линк, пора вставать. Все, нам передали управление. Начинаем играть. Управлять Линком достаточно просто. Это камень Шика. Возьми его. Он укажет тебе путь после долгого сна. Камень Шика. Загадочная каменная плита, в центре которой светится глаз. Вы никогда не видели это устройство, но оно кажется вам знакомым. Старые штаны. Поношенные штаны кое-где почти протерлись. На удивление удобные, но могли быть подлиннее. Открыть сумку. Так. Ну вот, хотя бы бегаем теперь не в нижнем белье. Старая рубаха. Тонкая рубаха, которая уже много лет. Расходится по швам, но все же лучше, чем ничего. Рукава немного короткие. Согласен. Лучше, чем ничего. Так, бежим, 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 бежим. Приложи к этому терминалу камень Шика. Он будет твоим проводником. То есть все взаимодействия с технологиями Шика будут происходить через этот камень, через этот планшет. Камень Шика принят. Которому суждено вновь озарить Хайрул. Пришло твое время. Ну, пойдем навстречу приключениям. Голос нас зовет. Так, шкала энергии у нас есть. Вот,
красота какая. Я красиво. Несмотря на разрушенные вот эти все здания, руины. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ладно, еще раз всех поприветствую. Мы на канале Jack Rose. С сегодняшнего дня мы проходим The Legend of Zelda. Будет серия видео по прохождению этой игры. Сейчас мы только осваиваемся. Посмотрим управление, посмотрим основные особенности. Ветка. Так, орудие у нас есть. Смотрим особенности. Ой, ветка уже почти сломана. Слушайте, ну прикольно. Красота. Ой. Так, нажав на правый стик, у нас открывается... Ой, а что, управление движением есть? А давайте отключим. Управление движением отключить. Все, супер. Так, на левый стик пригнуться. Пригнувшись, вы медленнее передвигаетесь, зато вас гораздо сложнее заметить. Хайруловик. Самый распространенный в Хайруле гриб. Обычно растет вблизи деревьев, съедобен, восстанавливает полсердца. Клинковый жук. Лесной жук с крупным и очень острым рогом. Сварив его с органом монстра, вы получите зелье, увеличивающее приток крови к мышцам, повышающее силу. Здорово, будем варить зелье. Так, смена оружия происходит на... Угу. Все, ветка почти сломана. Ветку мы выкинем. Так, что здесь? Хайруловики. Хайруловики. Давайте пособираем побольше. Вдруг нам пригодится. Еще одна ветка. Еще хайруловики. Так, какой-то камень. Секунду. Так, мы пойдем к загадочному деду, который нас встречал. О, дерево. Яблоко. Самое обычное яблоко. Дедуля. Ой, тут что? Печеное яблоко. Эй, это было мое яблоко. Ладно, прощаю, я еще испеку. Печеные яблоки вкуснее сырых. Никогда бы не подумал, что встречу здесь кого-нибудь. Кто вы? Ты действительно хочешь знать? Или из вежливости спрашиваешь? Я просто старый чудак. Давно уже здесь живу в полном одиночестве. Как ты здесь очутился? Что это за место? Отвечаешь вопросом на вопрос? Ну и молодежь пошла. Что ж, уверен, мы с тобой не случайно встретились. Я отвечу на твой вопрос. Это великое плато. По легенде, именно здесь зародилось королевство Хайрул. В этом храме когда-то проводились самые важные церемонии королевства. Но 100 лет назад Хайрул был уничтожен. Заброшенный храм обветшал и порос травой. Сам видишь, что от него осталось. Еще один всеми забытый призрак прошлого. Факел. Ты зачем факел взял? Буду драться им. Ну ты фантазер. Вот только факелами костры разводят, а не дерутся. В округе полно монстров. Если тебе нужно оружие, поищи что-нибудь получше. Там дальше мой топор в пень воткнут. Можешь взять. Только не размахиваем как попало. Не своди глаз с врага и оставайся на безопасном расстоянии. Так, прицел ZL. Угу. Зажгли мы факел. И костер. Здорово. Так, что здесь? Топор лесоруба. Ой, траву поджег. Ничего страшного. Линк. Линк.
Линк! Что? Кто это? Отправляйся в место, которое отмечено на карте камня Шика. Так, давайте посмотрим. В путь с камнем Шика. Открыть дневник. Я услышал красивый женский голос. Он велел мне идти в место, отмеченное на карте Шика. Странно. Это устройство напоминает мне о чем-то, но ведь я вижу его впервые. Основные задания. В путь с камнем Шика. Новая цель. Ой, там... А там вон... Меч в камне. Прыгнем. Ой, а снизу круг какой-то красивый. Ура, ты нашел! Ой, я думал, ты Эсту. Вот так сюрприз. Значит, ты меня видишь, да? Я Корок, лесной дух. Кстати, если встретишь Эсту, отдай ему вот это. Корокская семечка. Маленький подарок Корока. Пахнет необычно. Возможно, есть смысл собрать как можно больше таких семечек. Мои друзья прячутся повсюду. Увидишь какое-нибудь подозрительное место, хорошенько его осмотри. Как скажешь, маленький Корок. Ой, вода какая красивая. Ржавый меч. Наверное, когда-то давно этот старый меч принадлежал умелому воину. Хрупок на несколько ударов все-таки выдержит. Пошли. Лучше уж меч, чем ветка. Так, ладно, поплыли. Энергии-то хватит. Прыт-лягушка. Слушайте, ну мы сейчас насобираем, как в Скайриме, да, а потом перевес по багажу. Ладно. Так, это что такое? Смотреть, древний винт. Меня нет. Получай. Бокопалица. Небольшая дубина, которую бокоблины используют при охоте на животных. Рог бокоблина. Отрубленный рог бокоблина. Часто обитатель полей Хайрула. Несъедобен, но сварив его с насекомым, лягушкой или ящерицей, вы получите зелье. Хорошо. Ой, красота, конечно. Нравится, пока нравится. Опа, еще один. Так, давайте обманем его немножечко, обойдем. Сторона. Надо, гад, уже повернулся в эту сторону. Лови бочку. Воу. Слушайте, вот это комбинейшн был. О, сундучок. Халийские штаны. Ну, вроде получше, чем наши. Ой, ну и все, и под цвет. Выгляжу как молодой Люк Скайуокер. Ой, там на дереве что-то. Слушайте, ну, исследовать мир очень интересно. Яйцо. Так, побежали. Нам нужно место на карте. Я так понимаю, это... Это вот эта штука. Давайте мы туда и... О, господи, что такое? Ну вот, меч сломал. Желе чучу. Понятно. Для чего пока не ясно, но мы обязательно это узнаем. А пока... Бежим. Пока бежим... Наверх. Вот на эту горку. Ой, еще один господин стоит, бокоблин. Надо его как-то... Что у нас еще есть? Палец есть. Ну, давайте палец его. Может, получится прокрасться за спину к нему. Немножечко хоть выиграть нам преимущество какое-то. О, с удара просто. Походный меч. Такие мечи используют по всему Хайрулу. Бокащит. Щит бокоблина. Слушайте, уже... Мы уже... О, господи.
Стрелы. О, супер, то есть луки будут уже скоро. Слушайте, ну вообще, мы экипировались по полной, я смотрю. Ставьте камень Шика. Камень Шика принят. Активация башни Шика. Внимание, возможно, легкая тряска. Так, мы что-то активируем. А мы еще и оказались на самой вершине. Башня-плато. Угу. Запуск передачи геотанки. И получается, мы открыли область, да? Часть карты открыли благодаря этой башни. И все, и карта нам загружена теперь. Наш камень Шика. Вспомни. Снова голос. Вспомни. Вспомни, Линк. Ты долго спал. Ты спал целых 100 лет. Когда зло обретет свою истинную силу, наш мир погрузится во тьму. И потому, пока еще не все потеряно, спеши. Спеши. Ну, мы поспешим, конечно же, но игра-то не маленькая у нас. Но должны успеть. Путь с камнем Шика выполнено. Так, а нам вниз надо. Спускаться как будем? Круто. Придется поспрыгивать немножко. Вроде не разбиваемся пока. Снова дед. Откуда ты здесь? Ну и ну, вот так дела. Высокие башни одна за другой выросли из земли прямо на глазах. Похоже, силы, дремавшие в земле королевства Хайру, пробуждаются. Позволь спросить, что произошло на башне? Я слышал голос. А, голос, значит. Ты узнал этот голос? Нет? Очень жаль. Полагаю, ты хорошо разглядел тот ужас, что витает над замком. Это бедствие Ганон, воплощение древнего зла. 100 лет назад он превратил королевство Хайроу в руины. Он появился из ниоткуда, сжигал селения, губил все живое на своем пути. Замок Хайроу, символ королевства, стал для него ловушкой, но в любой миг он может вырваться на свободу. Я чувствую, что это скоро произойдет. Кажется, ты хочешь пойти в замок, я прав? Да, хочу. Ха-ха-ха, я так и знал. Но мы с тобой на высоком плато, с которого не просто спуститься. Если попробуешь спрыгнуть, можешь быть уверен, ты разобьешься. Вот если бы у тебя был планер, как у меня,
планер? Хо-хо-хо, видел, на чем я сюда спустился? Это и был планер. Не бойся, я отдам его тебе, но при одном условии. Ты должен кое-что сделать. Ты получишь планер в обмен на сокровище, которое находится неподалеку. Заброшенная плата. Основные задания. Как только я спустился с башни, появился старик. Он рассказал, что 100 лет назад Хайрул был уничтожен бедствием Ганоном. Чтобы попасть в замок, откуда доносился голос, мне нужно спуститься с плато, а для этого понадобится планер, как у старика. Он согласен отдать мне планер в обмен на какое-то сокровище. Иди за мной. Ну, веди, дед. Загляни туда на святилище. Видишь, как светится? Оно вспыхнуло в тот момент, когда появились башни. Уверен, там лежит какое-нибудь сокровище. Ты мне сокровище, а я тебе планер. Ох, хитрый дед. Сокровище хочешь? Ну ладно. Мы обязательно исследуем это святилище, но уже, наверное, в следующий раз. Сохраним игру. Вот такая получилась у нас первая часть прохождения Легенды о Зельде. Я думаю, что поиграем в скором времени еще. Плейлисты с прохождением этой игры и других игр на Nintendo Switch и Nintendo 2DS будут в описании. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем спасибо за просмотр, ребят. Всем пока.